Слава одаривает собой далеко не каждую судьбу. Ну, взять хотя бы судьбу ассенизатора. На этом поприще прославился только один Геракл, после того, как вычистил Авгиевы конюшни. Значительно выше процент прославившихся среди мыслителей, ученых и поп-звезд. А вот может ли в наши дни окунуться в лучи славы человек, связавший свою судьбу с эротическим танцем? Француз – это мой сценический имидж. А моя земная фамилия – это Скрипченко. Я занимаюсь и воплощаю свои идеи, свои проекты сам. То есть я есть балетмейстер, постановщик и исполнитель своих танцев. Я решил так, что, в общем-то, я буду работать исключительно под французские темы. И, то есть, это, может быть, француз, поэтому это не национальность, не национальная принадлежность. Париж – это любовь, Франция – это любовь, это символ любви. Париж, пропитанный любовью. Joy, as long it's not a game, you play to love him more, you in his arms. Can't you see it's not for long, when you don't know what's wrong with his love? Yes, you can escape.